Всем привет! У нас уже вечереет. Сегодня суббота, завтра Пасха. Я побывала в цветочном магазине и, конечно же, кое-что купила. В предыдущем видео я говорила, что у меня пропала мамелярия цельманиана. Ну и вот она. У нас она стоит 2,99, 3 евро. Конечно же, она раскормлена. Цветущая, цветет, так как весна. Очень толстый шарик. Ну, я ее взяла. Посмотрим, сколько эта мамелярия будет жить. Конечно, в магазине раскормленные растения. Но и еще я купила кое-что. Не знаю, зачем. Так как у меня нет этих растений, я вот купила один титанопсис. Он тоже 2,99, ну, 3 евро. Вот такой вот. Буду освобождать растения от земли, так как субстрат не очень приятный. Сейчас вам покажу даже. Смотрите, очень легко отделяется. Все это я уберу и посажу свой естественный субстрат. Такой, каким мои растения привычны. Конечно, попервах будет тяжеловато для растений, так как они привыкли много витаминов получать. Ну, ничего, я их уже опрыскала. Тем не менее, после того, как пересажу, я их снова опрыскаю. Ну, и купила еще опять пародия. Это пародия 4,99, 5 евро, так как она в большем горшочке по сравнению с этими растениями. Но я бы не сказала, что растение такое уж большое. Нет. Там были и побольше экземпляры, заполонившие целый горшочек. Но я взяла эту, так как очень красивые цветочки. Ну, вот такие покупки. Сейчас буду делать пересадку. И опять опрыскаю. Поставлю их в карантин. На карантин. Наверное, дней на 10. А вам всем желаю добра. Пишите комментарии, что вы купили в этом году. Какие растения, от каких растений вы не смогли отказаться в магазине в цветочном. Пишите, мне очень интересно. Всем добра, до свидания.